Это как птенцы хотят взлететь, но у них еще слабые крылья. Так и люди хотят приблизиться к Христу, но у них еще мало знаний, что же требуется от христианина. Конечно, одной веры в Бога там очень мало. Вера без дел мертва есть. Нужны дела, нужен труд. Но еще самое главное, нужна чистота души, чистота жизни, захудшалую душу. Не войдет божественная благодать. Если мы ходим в свете, Христос говорит, мы ходим тогда во спасении. Вот к этому спасению мы почувствовали, что народ стремится. Но его надо поддержать, его надо научить, его надо укрепить. Есть люди на земле, словно зажженные лампады любви. Всей своей жизнью они свидетельствуют о Христе, оставляя в сердцах неземную радость. Они словно пришельцы из горнего мира божественной благодати. Да, не каждому удается встретить хотя бы одного такого человека. Но если кому-то и посчастливилось, память о встрече глубоко трогает душу и остается навсегда. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Этой неиссякаемой любви и благодати у курского владыки Виналия Тарасова хватило на всех. Господь высмотрел его, провел таинственным путем, и он стал великим светом. Верный послушник, ревнитель отеческой веры, заступник слабых. Пастырь милосердный. Владыка Ювеналий был способен ради церкви проломить любую, даже самую крепкую стену равнодушия. Он достал из руин запыленный и забытый главный идеал жизни русского народа – святость. Не богатство, не власть, а святость. Как компас указал людям путь к единственной надежде, радости и утешению. Помог найти свою подлинную, человеческую и христианскую основу. Владыка стал проводником мощнейшей небесной любви. Он пас стадо Божие, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. Ухудшалую душу, не войдет благодать. Здесь нужно проявлять и внешность своей одежды, и внутреннее расположение духа, и молитвенно возноситься к горному Иерусалиму, Царству Вечности, и получать контактную божественную благодать, которая врачует немощное, восполняет оскудевшее и делает нас достойными сынами Божьими, братьями и друзьями Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Он говорил евангельские истины, свидетельствуя о них прежде всего своей жизнью. Тихий голос архиерея разбудил многих. Владыка никогда не отличался громогласными речами. Его язык был прост и понятен, а сила проповеди заключалась не в ораторских способностях, а в силе духа. Каждое слово жгло огнем. Эти заповеди много веков твердили христианские проповедники, и казалось, что уже ничего нового сказать нельзя. Но всякий раз архипастырь делал неожиданные открытия, трогал сердца людей, и их лица озарялись светом Божьей любви.
это, конечно, русский человек, русский во всем своем исповедании православный, во всем физическом ответственности и любви к вере. Отца Илия называют одним из самых почитаемых русских старцев нашего времени. Несмотря на преклонный возраст, батюшка часто бывает в разъездах. Обязательно навещает свою малую родину, Орловскую область. Там, в 2008 году, он услышал от верующих много добрых слов о схимитрополите Ювеналии Тарасове и решил с ним познакомиться. Отец Илий был поражен силой духа владыки. Впоследствии всем, кто из курян искал с ним встреч, говорил: «Ко мне не надо приезжать. У вас есть свой старец, Ювеналий. Он у вас удерживающий». И повторял слова апостола Павла: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только есть теперь удерживающий, доколе он не будет отнят от среды». Владыка, митрополит Ювеналий, конечно, он много сделал для своей души, для других спасения. И, конечно, он пред Господом ходатайствует за нас. Невзирая на лица на всех, и кто богатый, кто бедный, кто слабый, кто немощный, кто больной, кто здоровый, для него было равно. Он видел каждую душу человека, душу его, а тем более христианской, кто не отрекся от веры. Однажды патриарх Кирилл заметил: именно на белом цвете отчетливее всего видны пятна. Даже самое маленькое на белом клобуке будет очень заметно. Вот почему это облачение спасения, символ терного венца Христа, венчает главу самых ответственных иерархов церкви. Чтобы помнили, что даже крохотное черное пятно и грязь будут видны людям. Этого не мог допустить владыка Ювеналий. Быть митрополитом значит всегда быть мужественным, бороться за церковь, за паству, за каждую заблудшую душу. Время отдаляет нас от Рождества Христова, от Спасителя действия. Но история все шире и объективнее говорит нам о том, что Христос – Бог, что Он ради нас, человек и нашего спасения, пришел на землю спасти нас. Так, может, призадумаемся, что ожидает нас? Что ожидает нас завтра? Может, мы обратимся, принесем покаяние? Не словесное, оставим пьянку, оставим курение, оставим блуд прелюбодеяния, оставим зависть, скандалы, ссоры, оставим все те пороки, которые удаляют нас от Бога. С детства владыка знал, что истинная сокровищница жизни – чистота сердца и ума, целомудрие помыслов. Родился Спиридон, как в миру звали будущего архиерея, в многодетной казачьей семье в Ростовской области. Благочестивые и верующие родители Ульяны и Алексея Тарасова воспитывали пятерых сыновей в труде и вере. Мальчишки любили работать на земле. Владыка часто вспоминал свое детство. Безоблачное голубое небо, горизонт, уходящий вдаль, заливные луга, бескрайние воды реки. Здесь он рыбачил, доил корову, пил парное молоко, с удалью скакал на лошадях. «К этим животным у меня своя особая любовь», — говорил архиерей. «Я же из казаков, а казак без лошади не казак. Поэтому грязная лошадь — это боль моего сердца. Она должна быть вычищена, выхолена». Сегодня те, кто был рядом с владыкой, вспоминают, как он мог приехать на подворье и, увидев неухоженного коня, тут же и принимался мыть животное. Счастливое, такое невозвратимо счастливое время, прошедшее среди хлебов, трав и цветов. Великий Дон. Его воды, как 100, 200, 300 лет назад, были и по сей день остаются свидетелями самых разных событий. Повороты, крутые пороги, глубина и мощь. Подобно течению реки, время уносит вечность судьбы людей. Вот мамаша, еще совсем молодая, темноволосая, круглолицая красавица, с выразительным
излучающим силу взглядом серых глаз. Она имела всего 2 класса образования, но была очень чуткой и мудрой женщиной. Любила духовную литературу, зачитывалась сочинениями Иоанна Златоуста. Казалось, она внимала каждому его слову и притворяла в жизнь. Слушайте, отцы и матери, воспитание детей не останется для вас без награды. Подлинно немаловажное дело посвятить Богу детей, данных от Бога. Воспитывайте детей своих в наставлении и поучении Господнем с великим старанием. Неудивительно, что от такой женщины и был рожден будущий архиерей. История жизни многих святителей свидетельствует о том, что их воспитали верующие и сильные духом матери. Ульяне Тарасовой пришлось много пережить. За несколько лет, словно чугунным катком, было уничтожено все самое дорогое. В 30-е годы во время массовых репрессий расстреляли главу семейства. С войны не вернулись 2 сыновей. Миша погиб в Курской области в кровопролитном бою под Тимом. Андрюша в мае 45-го под Берлином. Жизнь Вениамина, который мечтал стать ученым, оборвалась в 16 лет на шахте. «Тебе самой оружие пройдет душу», — возвещал Богородице праведный Симеон, предвидя страшные страдания Христа. Жгучая боль от тяжелых потерь, словно меч, пронзила и материнское сердце Ульяны. Но никто и ничто не могло отлучить ее от любви Божией, которая долго терпит, милосердствует, не гордится, не мыслит зла, не радуется неправде, всему верит, все покрывает, все переносит. Она верила Господу, она верила в Его святой промысел. Подрастал Спиридон. Через всю жизнь он пронес глубокую и искреннюю любовь к матери. Ульяна всегда была рядом с ним. В последние годы тяжело болела и перешла в вечность, окруженная трогательной заботой сына. Она всегда говорила, так дочь не всякой будет ухаживать, как он. Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет, и долголетен будешь и на земле. Это и другие Божьи заповеди укоренились в сердце и совести Спиридона еще в раннем детстве. С 8 лет он пономарил в сельском храме, был келейником у архимандрита Порфирия Давиденко. Этот духоносный отец застал в живых любимого православным народом первого после 200-летнего перерыва патриарха русской церкви Тихона Белавина. Будучи подростком, Спиридон работал на шахте, а в конце 40-х годов прошлого столетия начал учебу в Саратовской духовной семинарии. Познакомился с настоящими столпами православия. Архиепископ Филипп Ставицкий – величественный, высокий, седовласый старец. Он окормлял будущих священников, закладывал в них все самое доброе и ценное. Семинаристы звали его «Красным солнышком». Архипастырь оставил глубочайший духовный след в сердце Спиридона. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их, подражайте вере их. Среди ярчайших наставников Спиридона – митрополит Ростовский и Новочеркасский Вениамин Фетченков. Личность яркая и незаурядная, блестящий проповедник и духовный писатель. Он лично знал императора Николая II, праведного отца Иоанна Кронштадтского. После общения с такими людьми, коих отличала чрезвычайно высокая духовная напряженность, Спиридон укрепился в вере и начал свое восхождение к великому служению. Был приходским священником, имел семью, претерпел немало скорбей и лишений, но не сломался. Мужественно плыл против бурного течения антирелигиозной пропаганды. Твердость
и несгибаемость помогли выдержать гонения в хрущевские времена. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Рассказывал владыка о том, как его ломали на предмет отречения, ведь тогда фактически все священники, сейчас, к сожалению, практически никого не осталось, а вот священники возраста владыки Ювеналия и чуть помоложе, они же прекрасно знали, что такое быть вызванным на отречение. Жизнь-то его никогда не баловала. Это потери, 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 это войны, гонения, это репрессии, которые падают на голову самым близким его людям. В конце 60-х отец Спиридон Тарасов принял постриг с именем Ювеналий. Служил в Пензе, был архиепископом Воронежским и Липецким, Иркутским и Читинским. Границы его кафедры простирались на тысячи километров. Якутия, Бурятия, Владивосток, Камчатка. Проповедь владыки жаждали услышать в самых отдаленных и глухих местах. Он не искал для себя теплых местечек. Куда посылал синод, туда и ехал. Никогда ни в чем не сомневался. Твердо верил в благой промысел Божий. В 1985 году владыка начал служить на Курской земле. В те времена монастыри и храмы древнего города можно было сравнить с разбитыми бурей кораблями, в которые отовсюду затекала вода. Обшивка прогнила и расшаталась от ежедневно бьющих ее волн. До чего же дошла Русь? Долой Бога, вперед совесть, долой совесть, вперед безбожие. Но ведь совесть, мы теперь говорим, дороже всего. И вот совесть побуждает нас искать истину. А что есть истина? Истина есть то, что вовеки не изменяется. И Христос говорит, я есть путь истина и жизнь. Я вчера и нынче один и тот же. Благочестивая Русь, а что же с ней сделалось нынче? Она обнищала, она разболталась, она потеряла своего отечества, истины и правды. И только мы, русские люди, славяне, рассвящены светом Христовым, мы настолько низко опустились, что мы восстали на отца и матерь свою. Мы разрушили все в государстве лучшее, а теперь плачем, что села обнищали, села прекращаются существование. А кто же этому виновен? Да, конечно, мы. Поэтому встань, спяй, пробудись. Кормчим корабля становится человек гигантской силы духа. В критические моменты бытия Господь всегда воздвигает светильников веры. Владыка с невероятной самоотверженностью стал возрождать поруганные святыни, возвращать здания и земли церкви. Устрашить его не мог никто. Характер у архиерея был неукротимый, огненный. Его нельзя было запугать, например, угрозами, того, что его убьют. И однажды я слышал, когда человек ему угрожал, я тебе и убью, и я тебе там, ну что-то много. И владыка очень так, даже улыбаясь, ему говорил, мы и так умрем все. Только вот одни раньше, другие позже. И однажды смотрим, владыки нет в покоях. И ищем, его нигде нет. Оказывается, он после угрозы взял посох и пошел гулять по улице. Он иногда говорил о тех вещах, которые мне были непонятны, которые мне были неприятны. Но и в этой неприятности, и в этой непонятности я начинал себя по-новому видеть. Иногда мы с ним долго-долго за полночь заседовали за чаем, о жизни трудной его, вообще о будущем беседовали.
Он настолько глубокий, настолько мудрый был человек, с которым находиться рядом было одно удовольствие. Он очень-очень многих людей привел в веру. Именно своим отношением к жизни, своей порядочностью, своим отношением к людям. И вот действительно, это вот был как светоч у нас. Говорил убедительно и авторитетно, ни перед кем не склонял голову, никогда не унижался перед властями. Действовал как человек не от мира сего. Весь вид его был стояние за правду. К нему, как к источнику неиссякаемой благодати, потянулся духовно изголодавшийся народ, который задыхался без веры, без святости. Или мы должны прийти к воскресению, или мы должны прийти к погибели. Это зависит от нас с вами. Нам нужно обратиться к Богу с молитвой, постом, с покаянием и начать быть христианами. Душа еще завалена грудами пыли. Она еле-еле дышит под спудом грехов. Согнута, скручена. В сердце холод, расчет, ненависть к ближнему. Выпрямись, человек. Оторви свой взгляд от земли. Преодолей свою духовную скорбленность. Дух Господен на мне. Его же ради помазамя. Благовестите нищим послами. Исцелите сокрушенные сердцем, проповедайте плененным отпущение, проповедайте лето Господне приятно. Словно завидев свет, к владыке стекался изможденный народ, и в каждом он видел то, что человек уже перестал видеть в себе – образ Божий. Они говорят: «О, владыка, мы только слышали вас, как вы по радио выступаете по четвергам. Мы всегда слушаем, к радио прислоняем, бабушки говорили, свое ухо. Как бы хорошо, если бы вы чаще выступали по радио. Или вы когда-то приехали бы к нам, послужили у нас, хотя бы на улице, на дворе бы». Все это жажда. Это та жажда, которая стремится народ. Это та жажда, когда люди шли на Кедронский поток почерпнуть воды. А Христос говорит: «Если вы жаждете, приходите ко мне». Это жажда духовного общения, благодати с Духом Святым. Люди ищут, люди хотят. Но мы нынче еще не можем дать. У нас не хватает также кадров священников. У нас не хватает, как и во всех, средств сразу восстановить храмы, открыть храмы. Почитай церковь, а не хули. Ибо церковь важнее всего. Только ей обещана вечность, а не государство. Не продавай Господа ни за мало, ни за велико. Без веры не спастись. Вернуть людей к живому Богу. Научить жить во Христе. Православие было для владыки абсолютной ценностью. Сюда приходят люди с болью своих сердец, как некую врачебницу. И они здесь хотят получить и духовные удовлетворения, и материальные. Одни приходят с разбитым сердцем, болью души, другие с болью тела, с третьими нуждами материальными. И нужно епископу, по слову Бога, утешить этот народ. Еще в ветхозаветные времена Бог говорил: «Утешайте, утешайте народ мой». Какой же громадной внутренней силой нужно обладать, чтобы все это переносить каждый день на протяжении многих лет? Божественная благодать поддерживала владыку в беспрестанном подвиге пастырского служения. Ибо все время люди, люди, люди. Сколько любви, сострадания было каждому. Человек вообще существо тяжелое, ибо изломанное, испорченное грехом. Если уж сам Господь однажды воскликнул: «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас», владыка не имел ни уединения, ни отдыха. Первое, что он сказал: «Тебе нужно привыкнуть к моему характеру». Потом это советский период. И следующая такая фраза прозвучала: «Ты не видишь и не слышишь. Кто здесь бывает? О чем говорят?» Через неделю я понял, вот владыкины покои – это не дом владыки, а дом-вокзал. Люди приезжали, созванивались,
разные вопросы, и владыка находил время для всех людей. Отец Андрей стал у владыки келейником в 1987 году, сразу после службы в армии. Всего год он пробыл рядом с архиереем. Но какое это было время. Владыка обладал опытом жизни, он умел говорить. Его можно сравнить только с Лавровым. Он настолько буквально с первой минуты мог поставить вопросы, правильный вопрос. Владыка аскет не позволял себе никаких таких вот какого-то комфорта или каких-то условий. Вот я вспоминаю, как мы приехали служить в село Кулевка, здесь вот рядом с нами, нашего района Горшечинского. Отслужили все на штабдении, была трапеза, потом ночлег для владыки приготовили, подушки, все было чистенько, беленько. И владыка говорит мне: сходи, принеси охапку дров. Я принес. Разложили. Значит, владыка постелил простынь, мне благословил ночевать на кровати, которую для него приготовили, а сам лег на полу на вот эти дрова. Фарфоровые чашечки – трогательный подарок владыке Ювеналя отцу Николаю. Из них батюшка пьет чай только на Рождество и Пасху. Говорит, на душе словно ангелы поют, и лето Господне наступает. Священник Николай Давыдов – старейший клирик Курской епархии. Он вспоминает, как архипастырь любил всех одаривать, обогревать и радовать. Владыка был настолько трудолюбивый, и я бы сказал, необыкновенно. Я часто владыке говорил, что я очень люблю сам трудиться. Но владыка, как вы трудитесь, не в меру своих возможностей. И вот однажды он стоял у собора, прямо у дверях, перед Рождеством, холодно же. И он стоит потихоньку, как Дед Мороз. И вы знаете, стоит, подарки раздает детям. И так, наверное, часика два стоял. Я удивлялся ему, его терпению, его мужеству, его трудоспособностям. Отцу Николаю за 90. Он продолжает служить в Курском Никольском храме и очень рад тому, что в его жизни был человек, которого можно сравнить с избранным сосудом, ковчег незаурядных дарований. Он и сейчас не говорит о нем в прошедшем времени. Владыка Ювеналий, продолжает батюшка, словно цветущий жасмин, благоухание которого распространяется на всех и каждого. Это аромат всеобъемлющей любви, которую нельзя ничем удержать. И вот в одной деревне подвыпивший мужичок вдруг стал ему задавать не совсем удобные вопросы. У меня даже кулаки чесались. А владыка терпеливо выслушал его и спокойно ответил. И вдруг этот мужичок мгновенно протрезвел и извинился. Владыка таким даром убеждения обладал, божьим даром, что даже вот такие прихожане, в кавычках, и то становились послушными. В архивах ТВ-шоу сохранились редкие и даже страшные кадры. Оператор несколько раз пересматривал это видео и хотел его уничтожить, но не решился, посчитав, что это бесценные исторические записи. В коренной пустыне во время крестного хода у списка иконы Божьей Матери Знамени началось массовое беснование. Настанет время, когда человеки будут безумствовать, предрекал много веков назад преподобный Антоний Великий. Кто-то из священников за кадром закричал: «Прекратите немедленно этот концерт!» Одну женщину еле-еле сдерживали четверо здоровых мужиков. Владыка сказал: «Оставьте ее». Иди! Все, и не кричи, не кричи, не избавься. А дальше начнем кричать, чтобы дом сумасшедший. Сзади слышу голос стоящего там кого-то: «Так и у Бога можно поверить». Думаю, надо посмотреть все-таки, кто это там новоиспеченный
верующий. Посмотрел, там милиционер стоял, Золотухинский такой здоровый. Ну, тоже пришел к Богу таким путем. Распоясавшийся народ стих, когда вышел владыка Ювеналий. И в нем отразилась небесная сила, красота, добро и любовь. В тот момент людям, присутствующим в коренной пустыне, была приоткрыта завеса таинства действия Духа Святого. Избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое, и спаси мя, буди мя Бога защитителя, вместо крепко спасти мя, як утверждение мое, прибежище мое, си Ты. В этой маленькой комнатке живет прошлое. Любая вещь, фотография, икона, целая эпоха и отдельная история. Евгения Ивановна Белоусова более полувека своей жизни посвятила служение двум духоносным отцам, которые жили для церкви. 23 года она была послушницей у хранителя традиции Святой Руси, архимандрита Исаакия Виноградова, свидетеля прославления Серафима Саровского в 1903 году. Проводив любимого пастыря в последний путь, женщина стала верной помощницей владыки Ювеналия. Рядом с ним она провела 30 лет. Он когда-то говорил, когда вижу у людей руки мозолистые, натруженные, так поцеловать хочется. Вот так он сам любил труд, и кто работает. Но сейчас некому целовать руки, мне кажется, все такие ленивые. Евгения Ивановна умеет практически все. Работала машинисткой, бухгалтером, переписчицей акафистов, корректором, реставратором облачений, вышивальщицей, дворником, блюстителем порядка на трех этажах и даже кинологом. Умела отлично дрессировать собак. А как она готовит? В этом деле ей может позавидовать маститый ресторанный повар. «Какое счастье было находиться рядом с владыкой», — говорит Евгения Ивановна. Нет-нет, она не унывает, просто воскрешает в памяти каждую минуту пребывания архипастыря на земле. И за дня в день не устает воздавать молитвенные поклоны Всевышнему за столь радостное и благодатное общение с настоящим русским подвижником веры. Словно напоминание потомкам звучит, как набат душевный плач, уже уходящий в историю послушницы владыки Ювеналия Евгении Ивановны Белоусовой. Епископ Железногорский Льговский Вениамин до сих пор вспоминает, как, будучи послушником, боялся владыку Ювеналия. Много раз он хотел все бросить и уйти. Иногда молодому парню казалось, что архиерей откровенно над ним издевается. Сколько раз ему приходилось трудиться по ночам и казалось делать совершенно ненужную работу. Вот надо кучу навоза перебросить сюда. Я там, мы целый день ее бросали. Ну, так чисто все сделали. Владыка обрадуется двум нашим трудам. Приехал, а он вдруг говорил, да, кучу вот большую. Вот. Только вот не надо было это вот, ее надо все-таки оставить здесь, перекидать вот ее назад. Конечно, было как бы и обидно, для чего он это делает, но, по всей видимости, он нас воспитывал. Вот это было страшно, непредсказуемость. Боялись его и еще как. 3 часа ночи поднял, вот, и причем, говорит, нас сейчас, ну, нам было настолько было смешно, мы не знали, и нельзя при нем смеяться, потому что мы знали, какой он строгий, но это было настолько смешно, что мы даже этих, он говорил, надо кур снять, пока спят, я тихонько перенести другую закуту, говорит. И мы их ловили, некоторых поймали, некоторые убежали, потом ремонт делали, потом назад носили. Ну вот, такие смешные были моменты. Для чего он это делал, опять не знаю. Но все это потом как-то сказывалось, вот, что мы должны быть послушными во всяком деле, и чтобы не было ропота. Однажды будущий епископ Вениамин решил пощеголять в будний день в новой скуфейке. За это был наказан. Наказания были такие, что при народе носили 12 поклонов. Сейчас так не делают. Все обидятся и уйдет с монастыря, если так накажут. Мы не уходили. Мы терпели. И между собой, когда общались, мы смеялись, вспоминали и смеялись. И радовались. Было разные вот, у нас между собой всякие разговоры были. Но мы все равно его любили и уважали.
однажды решил встать пораньше его, думаю, да и пройдусь. Ну, где-то встал 4 часа, там, а он где-то был 5 час. Я думаю, сейчас пройдусь, зайду, думаю, в эту комнатку, где владыка молится. Думаю, хоть гляну, как там красиво, без благословения не взял, а хотел, он не пускал никого туда. И 4 часа встал и пошел. И захожу туда, подошел к иконочке, к одной, ко второй, к третьей. И вот боковым зрением с левой стороны что-то светлеет. Светлеет, светлеет, светлеет. Поворачиваюсь, в белом подрясничке владыка Ювеналий сидит. И я обомлел. Здесь будущие священники проходили суровую школу, где ковались терпение и выносливость, а из души выкорчевывались сорняки гордыни и себялюбия. «Ты ищешь чудных откровений, видений, высших таинств?» – спрашивал владыка Ювеналий. «Сначала приобрети смирение». И только потом епископ Вениамин понял, что старец относился к своим послушникам как любящий, нежный отец. Ведь он вел их ко Христу, а путь этот всегда тернист. Он знал, что вот где мой предел и где, до какого момента можно меня вот это вот зажимать в эти тиски, чтобы на самом деле всю свою, всю ту грязь, которая у меня находилась, ее выдавить, как в соковыжималке, а чтобы осталась именно та сердцевина, которая будет приносить плоды. Где же Бог? Куда Христос делся? А Он стоит у пустого гроба. Он стоит и стучит в дверь этого гроба, сердце нашего, и говорит: кто откроет мне дверь, я войду в него. И если бы мы нынче не только бы искали виновного в нашем бедственном положении нашей страны, наше падение религиозной общности с Богом, а открыли бы двери своих сердец не в насмешке, а в сознании духовной нищеты, ибо блаженны нищие духом, их царство есть небесное, и блаженны плачущие, они утешатся. Обратились к Богу, Христос вошел в сердца наши. Он бы осветил их светом любви, и мы бы почувствовали, что божественная благодать врачует немощное в человеке, восполняет оскудевшее и делает достойным быть Сыном Божиим. Народ не обманешь. В сердце пастыря горела лампада любви и веры. Людей притягивал свет, который исходил от владыки. И они, словно мотыльки, отовсюду слетались к нему. А вот и он сам, окаленный и радостный, беседует со старушками. Архипастырь всегда приезжал к ним с подарками. Вот он каждому в руку кладет крестик, раздает календари, платки, конфет, шоколадки. А бывало, едет вдоль поля, завидит вдали людей, обязательно остановится. Келейники бежали, звали народ Божий к пастырю. Пусть и наши сердца откроются нынче для принятия божественной благодати. Пусть эта благодать освещает нас, направляет. Лужковский, Рыльский, Кореневский, Беловский районы. Во всех отдаленных уголках области владыка побывал со списком иконы Божьей Матери Знамени, Курская коренная. Без устали рассказывал людям историю обретения образа. Много проповедовал, утешал, отвечал на любые вопросы. Ехал дальше, прославляя Царицу Небесную. Бывало, что люди на полях, завидев крестный ход, бросали работу и бежали за иконой. Одушевленные, удивленные, потрясенные. Да где это видно, чтобы на хутор, где Макар телят не пас, вдруг являлась Богородица в сопровождении правящего архиерея? И они говорили, что мы слышали, что ездит с иконой. А мы думали, о нас никто не вспомнит, к нам никто не придет, мы вот в поле. Мы им отвечали, вот мы видим в поле, мы-то и пришли к вам. Ой, да у нас руки грязные, приложили к иконе. А мы им отвечаем, что Бог говорит, придите ко мне, труждающие обремененные, я упокою вас. Именно труд благословляет Бог, потому что поте лица мы добываем себе пищу. Люди со слезами благодарили. Дух дышит там, где хочет, и выбирает, кого хочет. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Церковь повинуется Христу, как жена повинуется мужу,
как Христос есть глава церкви, так муж есть глава жены. Но сегодня словами поэта все смешалось в кучу. И запы тысячи орудий стелись в одежной вой. Сегодня мы стонем, сегодня мы смеемся над культурой. Сегодня мы далеки от культуры, мы больше утверждаем бескультурье. А ведь мы с вами учителя, с нас взыщется это, чему мы учили, куда мы шли и к чему мы пришли. Сегодня стон, сегодня плач, а все грешат, да все грешат, а мы давайте покаемся. Внучка владыки Ювеналия, живет в Воронеже. После смерти дедушки она ни разу не была в архиерейских покоях. Раньше Ане казалось, что здесь ее всегда будут ждать и любить. Но ушла родная душа в вечность, в горний край, оставив временный приют, и дом осиротел. Сколько сирых и убогих, богатых и бедных, обиженных и угнетенных людей переступали этот порог. Владыка принимал всех, даже будучи в тяжелом состоянии, прикованный к постели. И чудным образом болезнь как будто на время отступала. Заходил человек, и у архиерея тут же розовели щеки. Он старался подняться, устремить свой взор на посетителя. Очень печально, что иногда на нас времени, можно сказать, не хватало. Но сейчас в своих снах я вижу, и дедушка часто приходит, и я вижу его молодым во сне. Может, потому что мы умираем, и потом все в возрасте Христа предстаем перед Богом. И я много нахожу ответов для себя во сне. Иногда даже куда что-то вот хочешь там решить, не знаешь как. А у меня дома стоит дедушка фотографии, четкие его. Засыпаешь, подумаешь, помолишься, и утром просыпаешься с совершенно другим решением, желанием. И видно, что это там дедушка за тебя все это молился, решил. Конечно, таких людей нету, и сейчас нет такого человека, кому можно, я могла бы пойти там, обратиться с каким-то советом. Нет, не то, что потому что они плохие, но никто уже не заменит такого человека. Оранжевый зайчик. Его на Рождество подарил Еве прадедушка Ювеналий и сказал: «Пусть он тебя всегда радует. Пусть всегда твое сердце будет чутким и отзывчивым к каждому. Ведь в самые трудные времена человека спасет доброта и любовь». Он был очень добрый ко мне всегда. Хоть он был и строгий, но не было даже строгости, не проявлялось никогда. Я его очень любила. Я сейчас тоже очень сильно по нему скучаю. Дедушка всегда хотел, чтобы я выросла доброй, хорошей, справедливой, верующей. Владыка очень любил детей. Если направлялся в какой-нибудь район, то обязательно заезжал по пути в магазин, скупал для маленьких прихожан все сладости. Он не просто баловал, но и воспитывал, бился за каждого ребенка. Пока душа подобна воску, уступчива, удобно напечатлевает в себе налагаемые образы, надобно немедленно и с самого начала приучать ее ко всяким полезным упражнениям, говорил архипастырь. Мы так много слышим: «Спаси, Господи, люди Твои!» И нам могут задать вопрос: «А чего спаси?» Я не буду распространяться в своем слове «от чего». Я скажу кратко. Вчера я стоял у дверей дома, где я проживаю, и из школы выходят две девочки. Им не больше, как по 12 лет, а может, по 11. И одна спрашивает: «Ну ты сегодня курила?» «Курила». «Ну как, затянулась?» «Да нет», — говорит так, «какая чушь,
немножко в голове кружится. Хотя бы от этого спасти наших детей. Ведь это будущие жены, это будущие матерья, и они в 12 лет уже затягиваются папиросы. Молитва архипастыря имела гигантскую силу. Находились без вести пропавшие люди. А в бездетных семьях, когда казалось, что надежды выносить и родить ребенка уже нет, на свет появлялись малыши. Однажды в Знаменском соборе к архиерею подошла женщина с крохотным свертком в руках и сказала: «Владыка, это ваш ребенок». Владыка молодец, не растерялся. «Раз это мой, давайте его мне». «Нет, владыка, по вашей молитве он у нас родился». Владыка немножко так загнулся. «Ну, слава Богу», и говорит, я благословил и пошел дальше. Большое внимание владыка уделял духовному образованию. Его стараниями в Курске возродили семинарию и открыли православную гимназию. В школах и университетах начали преподавать основы православной культуры. Сейчас время, когда смена поколений, уходит старое поколение духовников, старое поколение людей с большим духовным опытом. Вот без опыта нельзя совершать духовное руководство. Надо иметь огромный духовный опыт и жизненный опыт, чтобы учить, наставлять и направлять жизнь другого человека. Благодаря патриарху московскому и всея Руси Алексею II произошел судьбоносный поворот в истории церкви. С ней стали считаться. Патриарх был в Курске, встречался с владыкой, верил в возрождение коренной пустыни, назвал ее третьим духовным центром России, наряду с Троицей Сергиевой Лаврой и Дивеевской обителью. Представитель церкви заезжал в скит Серафима Саровского, осматривал подворье. Алексей II, он на полгода старше, он 23 февраля, я в сентябре. И Винали. У нас три человека, мы одногодки все. Алексей II, патриарх, он вообще наш, как говорят, покровитель был. Николай Рыжков, бывший председатель Совета министров СССР. В начале 90-х, выйдя на пенсию, возглавил первый в России попечительский совет «Прохоровское поле». В него вошли многие известные люди, в том числе и владыка Ювеналий. Ювеналий, он очень такой, я бы сказал, энергичный очень был. Он, я бы сказал, мотор вот нашего совета. Он был движущей силой у нас, вот, и мы очень ценили. Николай Рыжков до сих пор удивляется, как им тогда в рекордно короткие сроки удалось воздвигнуть грандиозный по своим масштабам музей-заповедник «Прохоровское поле» – памятник героям-участникам великого танкового сражения. Патриарх Алексей II утверждал проект строительства и был поражен увиденным. Святейший спросил, сколько средств затратили. Ответ его удивил. Назвал сумму то время, знаете, с нулями, с большими. Он говорит, надо же. А я, говорит, позавчера освещал храм на Поклонной горе. Он, говорит, 8 раз дороже вашего. А ваш, говорит, лучше. Так в чем же дело? Я, да не знаю, ваше святейшество. Я говорю, просто у нас никто не воровал никогда. Он, да, у нас действительно вот, все-таки, знаете, строители любят немножко. Значит, то кирпич тащить, то еще что-нибудь. Здесь ничего не тащили, ничего. Звонница на Прохоровском поле. Храм в память о погибших в Курской битве. Внутри на его стенах выбито 10 тысяч фамилий воинов. Среди них много мусульман, буддистов, иудеев. Николай Рыжков однажды спросил у владыки Ювеналия: «Как же так? Ведь церковь-то православная. Как-то не по канонам получается?» На что архиерей твердо ответил: «Нельзя, говорю, делить. Погибали вместе. Одних мы нанесли, а других вышвырнули. Нечего нам думать, нечего там размышлять. Перед Богом все едины. Все». Сегодня Николаю Рыжкову под 90. Его жизнь было всякое. Но он ни о чем не жалеет, кроме, пожалуй, одного очень важного момента. Я считаю, что, может быть, слишком поздно ко мне пришло то, что
надо в первую очередь, да, душой заниматься, а потом все остальное. В моей душе, может, с большим запозданием, но сделался определенный, ну, такой поворот, изменение. И Ювеналий, конечно, своим поведением, своей жизнью, своей, значит, ну, порядочности, я бы сказал так, он, конечно, очень сильно повлиял на изменение мировоззрения. Повлиял владыка на мировоззрение многих людей. Без его духовной поддержки известные курские политики и бизнесмены порой не решались сделать важный шаг. С благословения архипастыря началось возрождение коренной пустыни. Губернатор Александр Михайлов вспоминает, как создавался попечительский совет, как из руин поднимались старинные храмы, и приводит слова Ювеналия. Давайте не будем вспоминать тех, кто храмы ломал, а будем отдавать дань уважения тем, кто их восстанавливает. Александр Николаевич и сегодня в своих мыслях нередко обращается к мудрому старцу за советом. Для него владыка все еще жив. Жив его памяти, жив его сердце. Для меня он как звездочка путеводная. Часто от чего-то уберегал, предупреждал. Были такие моменты? Да, он видел многие, вот, знаете, негативные моменты, которые, ну, как бы они созревали, назревали. Да, он просто просил сделать определенные там выводы, посмотреть внимательно на что-то. Это всегда было полезно, потому что, ну, он был мудрейшим человеком. На могилке часто, да, бываете у него? Часто. Я всегда проезжаю мимо, когда вот возможность такая есть, всегда стараюсь посмотреть, зайти, там цветы положить. О чем просите? О чем-то сокровенном? Ну. Вот есть такое чувство, что он рядом, что душа жива? Есть такое чувство, потому что он – это не просто, как говорят, какая-то такая, знаете, заурядная личность. Это великий был человек. А это большое счастье, что именно здесь он жил, работал, и что мне пришлось с ним достаточно долгое время общаться. Ухоник чем хорошо? Он и зимой, и летом всегда, и осенью, и весной всегда у него есть листья и иголки. Это всегда радует глаз. И хоники называют легкими природы. Это вот на штамбе деревья очень симпатичные. Это миндаль, здесь сирень и сакура. Вишенка такая декоративная. Это сегодня в Свято-Троицком женском монастыре цветет сад. Обитель, словно белый лебедь, во всей своей красе возвышается в центре города. В ее стенах можно укрыться от шумного мира и погрузиться в божественный покой. А ведь еще каких-то 15 лет назад здесь была разруха. Сюда в 2004 году вынужденно переехала монашеская женская община из подмосковной Иосифо-Волжской обители. Сестер после кончины митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева попросили покинуть святое место. Идти им было некуда. Состояние легкого шока. И боль, и страх, и недоумение. Зачем, Господь, почему, к чему все это? С великим смущением начинался наш вход в Курскую обитель. Большая благодарность владыке за то, что он нас взял под свой святительский амофор. И сейчас мы видим, что это на самом деле промысел Божий, потому что разделилась еще на две обители наша община. Пришли новые сестры. От нас, как веточка, отпочковалась Золотухинская обитель. Место для строительства Золотухинского женского монастыря во имя святого преподобного Алексея Человека Божия выбирал сам владыка. Когда-то здесь располагались заброшенные хозяйственные постройки. Теперь красуется целый храмовый комплекс. Архиерей очень любил сюда приезжать. Владыке очень важно было, чтобы здесь вот создалась обитель, и все вот для него было как бы вот дорого, он все это воспринимал, вот как вот, что, вот, что это Господь ему все посылает, то есть вот всех людей, которые сюда приходят, то есть он ко всем относился с большим вниманием, с такой, ну, заботой, и
конечно, и строгость была, но вот, ну, так сказать, владыка никогда, так сказать, он не перегибал. Он чувствовал, что вот что человек, до какого предела возможно человека потребовать. И где, вот, так сказать, находится эта грань, что нужно вот, там что-то ослабить. Быть архипастырем и каким-то быть очень, очень мягким человеком, наверное, это просто это невозможно. Вот. Потому что архипастыр на то и поставлен, чтобы пасти стадо. А как, если его не пасти, то ну, все, там, все разбредется. Последний раз владыка Виналий был в Золотухинском монастыре в декабре 2012 года. Келья владыки, кроватку, которая лежала немышной. Когда очень тяжело, сажусь на кровать и обращаюсь к владыке, как живому. Владыка сегодня рядом. В его лице сострадание и мудрость, а капельки воды в морщинках, словно русло слезных рек, пролитых им за каждого человека. Сколько людей обращались к доброму пастырю за советом и утешением. Теперь на территории монастыря, рядом с домиком, где останавливался схимитрополит, установлен памятник. Вот этот памятник, который мы открыли здесь, вот он как бы его показывает, что вот он здесь вот, вот сидит, там вышел из храма или из своей кельи, сидит и благословляет людей, которые приходят и готов ответить на любой вопрос, выслушать каждого, сердечно поучаствовать, потому что он был простой, и добрый и доступный человек. Архипастырь очень любил читать акафист Пресвятой Богородицы перед иконой знамени Курской коренной. «Радуйся, той сохраняющая его от лютых бед, радуйся, утешившая верных в агаринском пленении, радуйся, нас ободряющая в демонских кознях». Владыки часто спрашивали, когда же, наконец, из Америки на родную землю вернется древняя святыня, подлинник иконы Божьей Матери знамени Курская коренная. «А куда ей возвращаться?» — говорил архиерей. «Дом Царицы Небесной разрушен». Подвижник продолжал целеустремленно молиться, возрождать Знаменский собор, коренную пустынь, поднимать из руин храмы и монастыри. «Трудно с деньгами, трудно бедный народ, и, невзирая на эту бедноту, мы понемножку делаем, хотя еще видим, а делать много, фундаментов нет, второй этаж и первый храм. Но мы сделали много. Мы храм построили, построили сходы, мы храм Казанский сделали. Так что, слава Богу, за все. Мы восстановили корпуса. И это все говорит о том, что жив Бог, жива душа человеческая. Она ищет Христа, она ищет Бога через построение храмов и молитвы в храмах». Курская святыня покинула пределы нашего государства в годы Гражданской войны и стала путеводительницей русского зарубежья. И только спустя 90 лет, в мае 2007 года, в главном храме России, в храме Христа Спасителя, произошло поистине историческое событие. Шариковой ручкой была поставлена точка в духовной трагедии 20-го столетия. Подписан акт о каноническом общении двух ветвей православной церкви. «Свершилось историческое событие, которого ждали долгие-долгие годы. Восстановлено единство церкви». Однако до принесения иконы на родную землю оставалось еще долгих 2 года. За это время ушли из жизни главные участники примирения двух ветвей церкви – святейший патриарх Алексей II и митрополит Лавр. Но Господь оставил своего избранника, владыку Ивиналия Тарасова, чтобы он стал свидетелем великого события. В Библии сказано о старце Симеоне, который должен был своими глазами увидеть чудо воплощения Христа, Сына Божия, и только после этого со спокойной душой отойти в мир иной. Так и курский схимитрополит не мог покинуть пределы земного бытия, не приложившись к древнему чудотворному образу Божьей Матери знамени Курская коренная. «Я почувствовал, что архиерей добрый, молитвенник, и переживает за
свою епархию и много сделал, чтобы восстановить там, где нужно было, историческую правду. Владыка нас принимал всех и сказал вот такие слова: «Один день проводим вместе, мы как бы уже много лет, мы знакомы, да, духовно мы едины». Сентябрь 2009 года. Эти кадры облетели весь мир. С трапа самолета патриарх Кирилл благословляет Курскую землю чудотворной иконой. Мы празднуем историческую победу нашего народа над всеми теми разъединениями, которые были порождены трагедией 20 века. И будем крепко просить Божию Матерь, чтобы она навсегда сохранила единым наше Отечество, наш народ, хранящим православную веру, а вместе с православной верой, хранящим и надежду на будущее. Небесной радостью была объята душа схимтрополита Ювеналия. Он встречал дорогую матушку, царицу небесную, у стен возрожденного Знаменского собора. Вся жизнь и кончина владыки были мученичеством, исповедничеством веры. И у самой границы перехода в вечность, словно в ярком луче света в сознании схимитрополита, вспыхнул образ из раннего детства, счастливого и безмятежного. Ему привиделась мать, отец, братья. Старец прощался с последними мгновениями краткого и такого благословенного земного бытия. Перед смертью он открыл глаза. Сколько в них было любви, страдания и смирения. Его сердце перестало биться в январе 2013 года. Сердце, так горевшее любовью к Богу и людям. По всей России передавали эту печальную весть. Даже люди, далекие от церкви, понимали. Ушла целая эпоха. Мир покинула великая душа. Заповеди Твои, Господи, были песнями моими на местах странствий моих на земле. Сегодня есть вера, надежда и любовь. Но настает время, когда человек утрачивает веру, он оставляет свое временное жилище и переселяется в иной мир. Там утрачивается вера, там вступает знание, и он видит уже Бога лицом к лицу. Сегодня он живет надеждой на эту встречу с подателем жизни, источником всем благ, Господом нашим Иисусом Христом, святей животворящий Елизей Троиц. И тогда он получает возду по своим делам. И только неизменно остается любовь, как в этом мире, так и в том постороннем мире.